турист. Привет, дорогие друзья, с вами Ольга Полик. Прогуляемся с вами сейчас по Сан-Франциско. Ну, какая прелесть. Уже вечер, у нас февраль. Ну, достаточно тепло, так вот. Выбрались в Сан-Франс походить, погулять. На океане уже были. Тоже видосик у меня будет. И сейчас вот немножечко здесь пройдемся. Так, у нас вот перекресточек. Попугайчик у дяденьки на плече. Классно. Прелесть вообще. Это самое. Я покажу. Смотрите, какая прелесть. Просто супер. Так, идем. Очень мне нравится архитектура. Вот такие дома красивые. Я вообще так люблю все, что связано с недвижимостью. Тут я вот прям от местной архитектуры в восторге, потому что мне напоминает Таллин чем-то. Не знаю. Что-то есть такое вот. Старый Таллин, может быть. Может быть, я ошибаюсь. Ну вот, или может быть... Нет, все равно. Похоже, да не похоже. Ну, так вот. Обычный совершенно район. Не какой-то там не центр центровой, да, то есть... Вот реальность. Ну, вот какая есть, такая есть, как бы, без прикрас, да, показываю. Тут вот на Беглова шнур наехал. Ну, вот примерно то же самое. Беглов. А так, попугайчик меня преследует. Он все со мной ходит. Дяденька с попугайчиком, вообще прелесть. Ну, вот. Такая красотулька вообще. Магазинчики супер носков, по-моему, каких-то прикольных. Ну, вот так вот. Люди разные, такие интересные все, неформальные, формальные. Вон дяденька в лосинах идет с девчонками и не парится, ему комфортно. То есть вопросов, да, как бы это, сами понимаете, вопросов не имеем. Что есть, то есть. Вот тут куда-то очередь стоит. Магазоид тут, вон всякое интересное. Вот. Так вот. Так, ну ладненько. 3 минутки наболтала. Наверное, достаточно. Может быть, потом еще поснимаю. Ставьте лайки. Пока-пока.